Причину смерти бичанина Данила Ченцова установить не удалось. Таковы результаты судебно-медицинской экспертизы, которую проводили новосибирские специалисты. Об этом сообщили родственники погибшего спортсмена. Напомню, 14-летний Данил Ченцов пропал 20 августа этого года во время легкоатлетического кросса в бийском оздоровительном лагере «Факел». На поиски подростка были брошены максимальные силы и средства полиции. МЧС, работали волонтерские отряды. Территорию вокруг лагеря прочесали несколько раз, но Ченцова так и не нашли. Тело мальчика обнаружили только спустя 10 дней в 1,5 километрах от лагеря. Расследование уголовного дела длится уже более 4 месяцев, пока у следствия по-прежнему две версии смерти – криминальное, то есть убийство, и остановка сердца. В последнюю родственники мальчика не верят, ребенок был абсолютно здоров. Внести ясность должны были судмедэксперты, однако в своем заключении они написали, установить причину смерти не удалось. У нас вот мучает всех вопрос, почему экспертизу, допустим, динозавров, мумий, да, как бы, ну, причину смерти устанавливают, когда это произошло, устанавливают. У нас даже не сказали, когда это было, а все вероятно, может быть, как бы вот такие вот ответы там. То есть причина конкретно на вопрос, почему, мог ли он там лежать, ну, как бы, то есть нету ответов никаких вообще.